Не тот партнер. Американский суд оставил Пола Манафорта под домашним арестом. Не снимут с бывшего главы предвыборного штаба Трампа и датчик местонахождения. Манафорта обвиняют по 12 эпизодам. Его подозревают в отмывании денег и лоббировании интересов Украины. Якобы политик скрыл доходы на сумму в десятки миллионов долларов. Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса арестовали неделю назад. Вину по предъявленным обвинениям политик признавать отказался.